А жители Махачкалы по улице Салихова опасаются очередного обвала дороги. Ремонтные работы по укреплению дорожного полотна планировали завершить еще в декабре 2019 года. Однако строительство было выполнено не в полном объеме, а сроки реализации отложены на неопределенное время. Работу должно было провести учреждение «Махачкала-1», однако мониторинг, проведенный активистами ОНФ, выявил, что подобная стена так и не была построена. Здесь произошел обвал дорожного полотна по вине подрядной организации, которая контролировала УЖКХ. Они мне обещали, что здесь они постараются мне помочь и возвести несущую стену. Несущая стена, в принципе, она не для меня, а для городской дороги они должны были сделать.